Качай GTA 4, поставь все на ультра и будет рек. Окей, я это сделаю, но с тебя подписка и лайк. Поехали. GTA 4 я уже скачал, поэтому давайте сразу перейдем в настройки. Как мы видим, графика уже стоит на ультра, поэтому давайте просто замерим FPS. 70 кадров в секунду в GTA 4 на ноутбуке на ультра настройка. Это очень хороший показатель, потому что в GTA 4 очень плохая оптимизация. И даже на очень мощном железе GTA 4 может лагать.